Ян Тимофеевич Шварц, полковник и доктор исторических наук, сегодня читает лекцию студентам Нижегородского губернского колледжа. В 1941 году ему было всего 7 лет. Рассказывает, что такие лекции читает постоянно. Считает своим долгом донести до нового поколения истории военного времени. Я останавливаюсь на словах царя-освободителя Александра II. Душу отдать Богу. Сердце отдать любимой женщине, а вот честь свою никогда никому не отдавать. Защита Родины – это священный долг каждого гражданина. После лекции ребятам нужно сделать особое домашнее задание. На специальных карточках описать боевой путь своих предков. Они ее возьмут на дом, поработают с бабушками, с дедушками, поднимут семейные архивы. Тем самым мы не только подключим молодежь, но и взрослое поколение к нашему проекту. Здесь также написаны те источники, которые они могут воспользоваться. То есть это и портал о фронтовиках, и сайт «Память народов», то есть и семейные архивы. Лекция для студентов – лишь начало проекта «Школа-75». Еще в образовательных учреждениях пройдут видеоуроки по восстановлению истории семьи и цикл исторических игр для изучения истории Великой Отечественной войны. Александр Шеломцев, Алена Зеленкова, Ренат Бекбаев. Время новостей.